Глава городского округа ответил на вопросы жителей. Встреча состоялась в онлайн-формате в связи с введением ограничений из-за распространения коронавируса. Красковская больница продолжает принимать пациентов с COVID-19. Койки развернуты в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий». При Московском областном центре охраны материнства и детства открыли стационар на 50 коек. В поликлиниках изменился график работы. Вопрос, как будут работать поликлиники во время пандемии. Возможно ли попасть на запись или только экстренно? Поликлиники будут работать все дни, кроме 31 и 7 числа, 4 по графику субботы. 30 тоже по графику субботы. Все остальные дни будут работать с 8 до 8. Расписание будет выведено на сайт Люберецкой областной больницы. В округе изменилось и расписание общественного транспорта. Автобусы и маршрутки с 28 октября по 7 ноября работают по воскресному графику. Однако даже стандартному расписанию следуют не все водители. Больше года общественный транспорт по маршруту станция Малаховка — санаторий Малаховка не работает по графику. Водители хамят, говорят, мы не поедем, вы не прибыльный маршрут, зачем мы поведем два человека. Я думаю, вопрос надо вынести и на комиссию по безопасности дорожного движения, либо на комиссию там транспортниками, его разобрать, потому что жалоб по Малаховке на транспорт много. На встрече прозвучали вопросы и по газификации, освещению и благоустройству. Все обращения жителей занесли в протокол. Айтадж Щерагова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.